Следующие кадры мы снимали сегодня утром. В одном из микрорайонов Белгорода, где вчера после атаки ВСУ были повреждены многоквартирные дома, идет восстановление. В частности, в переулке Макаренко во время приезда нашей съемочной группы бригада демонтировала аварийно-опасное остекление. К работам приступили сразу после обстрела. Уже вечером специалисты были на месте. Параллельно в других зданиях меняют выбитые стекла и ремонтируют кровлю. Дом Оксаны тоже попал под удар. В этот момент она была на работе, поэтому узнала о случившемся от сына, который все видел своими глазами. Сын мне показал, он с балкона снял всю эту картину, это мне показал. Это, конечно, ужасно. Это было ужасно, все горит. Пробило крышу, уже сейчас снимают крышу, окна уже частично у всех застеклили, молодцы, хорошо. Ничего не могу сказать. И администрация приезжала, и все все видели. И сегодня мы ждем просто оценщиков, чтобы, ну как, машины пострадали, что нам скажут.